Стран-тран, с вами Риран. Ребята, сегодня мы с вами будем смотреть группу ONF, We Must Love. Я надеюсь, что я правильно произношу название. Cam Voice или Cam Voice. Я тоже надеюсь, что я правильно произношу твой никнейм. Привет, Аречка. Боюсь, что моя просьба затерялась под грудой комментариев. Суровая реальность, ребят. Поэтому решила пойти коротким путем. Поэтому и появился донат на канале. Посмотри, пожалуйста, клип ONF, We Must Love. Ты прислала ссылочку. И Кинокин, Lonely Night. Заранее шлю тебе большое спасибо. И сердечко ты мне отправила, а я тебе шлю много-много-много обратно. Кинокин мы посмотрим в следующий раз. On and off на корейском называется группа. Я надеюсь, что так будет более правильно. Раз, два. On and off. Ух ты, блин. Это все так произошло неожиданно. Гляньте, тут футуристический стиль такой. Я думала, ой, волшебный лес какой-то. Я думала, сейчас будет а-ля прогулки по волшебному лесу. А тут мегаполис. Ой, какой интересный вокал у мальчика. Вот тот брюнет только что так глянул. Ну и этот рыжик тоже. Это его вокал был там, где я отметила, или у них просто похож? Господи, люди, вернитесь в прошлое. Кто-нибудь спасите меня от кей-попа, потому что он меня погубит. Он слишком прекрасен. Вы только посмотрите на это очарование. Мне надо больше глаз. Мне моих двух не хватает. А, как красиво. Блин, такая страстная хореография. 3.14 в пи. Какой вокал, люди, какие талантливые парни. Я, мне кажется, с ними вообще практически не знакома. А знакома ли вообще? Эти милашка какой, глаза такие огромные. Вау. Знаете, что мне нравится? Не знаете, я скажу, когда клип закончится, я хочу посмотреть. Не могу сейчас спроецировать долгие мысли. Такая интересная внешность. А вот этот голос, вы слышите, такой милашный. Он исчез куда-то. Это главный вокалист рыженький, да? Мне очень нравится этот голос. Вау. Какие-то столы парты. Там какая-то драма настоящая разворачивается, а я ее не понимаю. Чувствую себя каким-то чуваком, который пропустил 3 сезона. Короче, пока что мне на глаз упал рыжик, и один в одном кадре был мальчик, перед тем, как выпрыгнул рыжик, он тоже был очаровательный. Ну и вообще, вот эта хореография, где они такие... Так, длинные мысли мои, которые я обещала. Ребята, мне очень понравилось в этом релизе, знаете, что вообще в мальчишках в этих, вот в этом клипе, помимо песни к ней я еще вернусь, то, что здесь офигенное сочетание каких-то, знаете, таких магических, мистических, лес этот, как его, волшебный, плюс этот дракон, падающие метеориты или что там, астероиды были. Плюс мегаполис с таким именно бликом городским. Вы вот чувствовали, вы видели, да, вот эти вот огни? Потом где-то какие-то черно-белые кадры, еще что-то. И все это настолько круто, вот казалось бы, разные бывают клипы, какие-то такие, какие-то другие, а у них это все было в одном клипе. Это все настолько гармонично и динамично. Плюс ко всему мальчики, которые постоянно возникают перед глазами и отнимают все твое внимание от того, что происходит, вообще понять невозможно. Наверное, нужно
нужно знать и смотреть что-то до этого. И многие поклонники, наверное, этой группы мне сейчас скажут, вообще-то да, ты не то, что там 3 сезона или 2 сезона пропустила, ты полжизни потеряла, что только увидела этих мальчишек. Песня обалденная, особенно мне вот основной вокал, ведущий, наверное. Может быть, там несколько было ребят с похожим тембром голоса, знаете, с таким высоким. Поэтому я могу путать, но либо это один человек, и, вероятно, это тот самый Рыжик. Надо будет с ними посмотреть еще что-то и попробовать хотя бы узнать Рыжик. Потому что, вероятно, он не всегда Рыжик, но по голосу, наверное, я его уже не перепутаю. Cam Voice, еще раз огромнейшее спасибо тебе за заявочку и за то, что поддержала канал. Жди, пожалуйста. Еще скоро посмотрим кын-а-кын. Ну а на этом все. Саран-саран, с вами была Ариран. Я всех целую, люблю.